начинающим юмористам по ту сторону экрана. Советы от вас. Когда просто юморист, просто очень талантливый, безумно раскрученный человек, которого уже любят миллионы, свободный, дающий мне фору, я мальчик в том жанре, которым вы занимаетесь, сидя вот здесь так свободно трепаться, когда он становится уже артистом? То есть, когда он хочет играть? Я скажу, когда. Когда вот весь этот свой опыт прекрасный, с которым ни в коем случае не надо расставаться. Никогда не надо, если ты через 40 лет станешь великим трагиком, никогда не стесняйся того прошлого, которое тебя сделало тобою. Ну что вы, я же великий трагик, ну это было в прошлом. Надо будет понять всегда, а в чем природа моего обаяния. Не просто им пользоваться, а вот так нагло понять и объяснить себе. И никогда не прощаться со всей болью, ужасом, проблемами и несчастьями, которые были в твоей жизни. Потому что именно та часть будет двигать тобою, как уже драматическим артистом. Вот с нею никогда не прощаться. Такая природа русского юмора.